Любите охотиться на покемонов? А что, если они начнут охоту на вас? В Швейцарии на горожан нападают злобные Пикачу. Ролик под названием «Возмездие покемонов» выпустило туристическое ведомство Базеля. Так в город хотят привлечь поклонников популярной во всем мире игры Pokemon Go. На видео четверо молодых людей, вооружившись огромными покеболами, охотятся на местных жителей. Надувные мячи кидают прямо в прохожих из рогатки или просто неожиданно подбегая к так называемой жертве. Некоторые горожане даже пытаются отомстить Пикачу, догнать их, но большинство все же относится с юмором.